Республики Татарстан общественное движение «Помощь рядом» в связи с ситуацией с коронавирусом с каждым днем приобретает все новые и новые масштабы. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов поддержал эту акцию и принял в ней участие и сам. Приняли участие неравнодушные люди, те, кто хочет принять участие. Мы также приглашаем для того, чтобы была возможность сформировать продуктовые наборы для ряда жителей Республики Татарстан. О категориях мы уже несколько раз с вами говорили. Это родители, не все выполняют свои обязательства в отношении детей. И, соответственно, там, где алиментные обязательства не выполняются, такой семье, как правило, нужна помощь. Семья, которая имеет доход ниже прожиточного минимума, воспитывает детей старше 8 лет. Это наши граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума и старше 65 лет. Это семьи, которые в сложной оказались ситуации, так называемые семьи СОП, есть такая категория. Соответственно, вот для этих семей республики, для этих людей в республике, там, где воспитываются дети, и формируются продуктовые наборы. Состав продуктового набора будет меняться. Первый набор сформирован, соответственно, второй набор будет иметь немного другой состав, с учетом продуктов, которые есть в первом наборе. Безусловно, в третий набор мы планируем совместно с БХТЛЕ, совместно с теми коллегами, которые сейчас в очень оперативном режиме формируют пакеты, 55 тысяч пакетов для первой партии. Мы планируем положить фрукты, апельсины, которые не являются скоропортящимся продуктом. Безусловно, коллеги, нужно сказать, что весь набор формируется с учетом вот этих требований по тому, чтобы это не были скоропортящиеся продукты, потому чтобы эти продукты представляли необходимости, как первые продукты, необходимые в приготовлении еды. И хочу еще сказать, что здесь также учтены пожелания, что должно быть в наборе, как раз сами жители обращаясь, тоже предварительно была проведена работа. Помощь рядом, и мы с вами все вместе можем принять в ней участие. Thank you.